Первое – это сожаление, что не смогли выиграть. Ну, и с другой стороны, начало игры. Но, например, как команда начала матч, как двигала, как реагировала на то, что закрывала возможность сопернику сделать обратные атаки, практически ничего не давали. И при этом, включались. Достаточно много прострелов было, но надо посмотреть. И до адреса не заходили. До адреса, может быть, мало били поворотом. Поэтому давление, все соперник все время в общем-то находится под давлением. Ну, первые игры, наверное, так бывает. Команда новая, упакивая. Так как в прошлом году мы поменяли много футболистов, они сегодня поменяли. Я думаю, что они тоже в непростой ситуации. Прежде всего, им надо было сзади организоваться, может, в таких случаях слезло лучше. Задача обезопаситься и на удачу играть. Мы, в принципе, так и предполагали, что они будут где-то надеяться на стандарты и, может быть, быстренькие впереди ребята туда за счет бокса. Но, в принципе, ничего им не позволили. Ничего не позволили. Поэтому давление. Голубнет. В этом плане, я думаю, что игра, в общем-то, от нас, на соперник, удовлетворен результатом, не совсем удовлетворены результатом, это понятно, но с другой стороны, это только старт. Я даже не сомневаюсь, что в этом году и команда наша покрепче, и претензий у нее побольше. Юрий Фортунович, все-таки, к удивлению, к моему личному, все-таки вы поставили в стартовом составе Бабыря. Как оцените его игру? Ну и заодно и Игоря Климова, как оцените, как дебютанта команды? Я считаю, и Климов сыграл хорошо, и Бабырь, сегодня не выпадал. Хотя были замечания, в перерыве я бы тоже сказал, он еще надо привыкать к игре, к Климову не нужно привыкать. Ну, в целом, мы же взяли одной игры. Там у Веркашанского какие-то проблемы были, там что-то на сборах немножко нога болела, немножко еще что-то. Поэтому и выбирали очень непросто. Веркашанский либо были. Да, мы опять же исходя не только из-за того, что атаки, потому что при стандартах Бабыря опускали в зону, куда могут идти подачи. Воздух и повыше, и головой как бы играет. Это тоже учитывая. Плюс я думал, что будет насыщенная оборона. Следовательно, мы должны флангами играть, и передачи будут, и здесь он тоже в воздухе, наверное, получше играет, чем Веркашинцев. Поэтому, наверное, трудно, но выбрали, в общем-то, игрока. Ну и здесь и другие футболисты, которых мы поставили, они, в общем-то, все заслужили того, чтобы играть. Но вот сегодня так выбрал тех ребят, которые стартовали. А игра Шалаева устроена сегодня? Абсолютно. А вас не устроена? Мне кажется, очень большой объем работы. Фактически мячи не терял, он держал центральную зону в своих руках. Считаю, очень приличный боксер. Очень приличный боксер. Я не знаю, как вы смотрите. Я смотрю, в общем-то, не отдельный, допустим, а как он в команде действует. Это, я считаю, и Дышиков сыграл очень прилично. Вообще как-то ни одного, я сейчас их поблагодарил и сказал, я не видел, чтобы кто-то не выкладывался на 100%, и кто-то, в общем-то, не играл. Она всегда, во-первых, и поле не такое быстрое, да, поле не такое быстрое, и я думаю, что насыщенная оборона всегда сбалась сложно. И футболистам сказал, вы поймите, это факел не команда второго дивизиона, да, а команда все-таки первого дивизиона. И первые игры – это игры кубковые. Потому что даже команды, уступающие в сыгранности или в классе, они все-таки сражаются в первых турах. А когда, в общем-то, ты накатил, там 5-6 туров прошло, уже становится на классе. Невозможно каждую игру отдаваться на 100%. То, что проходит, получается, в первых турах. Это обязательное условие чемпионата. И точно так же. Я уже вам когда-то говорил, Спартак Московский, я помню, чемпионом стал, в Ростове 2-0 проиграл, это
ничего такого не было. Я сам, мы играли, выходили когда в премьер-лигу «Спартак» Алания. Мы вышли вообще за 4 тура, там за сколько-то заранее выиграли турнир. Это был Советский Союз. И мы дома Тирасполе первую же игру 2-1 проиграли. Первый уровень играли. Знаете. А поехали на выезд, Кубань 2-0 обыграли в легкую. Поэтому это просто надо знать чемпионат, а вы, в общем-то, со стороны болельщика, а я имею длинную историю футбольную, как футболист и как специалист, я, в общем-то, знаю, о чем говорю, и у меня есть на каждый, в общем-то, вопрос, наверное, в памяти всплывает то, что было, а я вижу каждый день футболистов, как они сегодня выглядят и какой у них потенциал завтра. Мне, допустим, та команда, которую сегодня мы располагаем, она мне нравится. Юрий Фарзанович, с этого сезона ФНЛ разрешено делать расширенную заявку на матч до 11 футболистов. Насколько это является плюсом для команды, для вас? И будете ли вы на выездные игры вводить такую же расширенную обойму? Хочу сказать, еще 15 лет назад, когда я был генеральным директором футбольного клуба КАМАЗ, главным тренером, я на совете лиги именно так и сказал, что на каждую позицию нужно, чтобы было 22 футболиста. Чтобы я ни левого защитника не ставил на правого и не двигал вот так, и все. Вообще, и совет лиги сказал, что это глупость. Но именно так сказали, и сказали, о чем ты говоришь, какие вещи. Но прошло вот много лет, больше 10 лет. Оказывается, это глупость, не совсем глупость. И сегодня, в общем-то, это совершенно стало вот здесь и сейчас. Для этого надо было десятилетия назад сказать, то, что, в общем-то, люди сегодня пришли, это совершенно очевидно. Совершенно очевидно, когда в каждой позиции ты ставишь, у тебя есть возможность для маневра, у тебя, в общем-то, есть возможность подуставшего футболиста или как проведшего большой объем работы поставить в свою позицию, а, в общем-то, что-то не кроит, да. Поэтому я думаю, что вот так. Поэтому здесь есть сегодня, я еще думал, почему не сделать больше футболистов, выходящих на замену, потому что люди уставшие, особенно летом, они придали бы динамику. Все нужно болельщику. Нужны скорость и динамика. По ходу матча в летнее время тоже это может падать. Поэтому здесь кто знал, как будет дальше, как будет дальше. Да? Так что я считаю, что это совершенно правильное решение и совершенно закономерно. Могу ВФС сообщить, чтобы лимит на регионеров отменяли. Нет, я вам хочу сказать, у меня вообще, я по-другому думал про лимит. Вообще никакого лимита, наверное, не нужно. Знаете, но при этом я думаю, что нужно вот такую вещь высказать. Знаете, я ее говорю. Нужно вообще посмотреть, вот как наши самые ведущие футболисты играли бы в каких клубах на Западе и какие бы были условия. И тогда мы точно были бы понятно, как оплачивать. И лучшие бы футболисты наши тогда не задерживались за хорошими условиями здесь, а шли бы на Запад. И играли бы там в жесткой конкурентной среде и росли бы над собой. Да? Росли бы над собой. И тогда бы здесь появлялись больше бы своих футболистов, больше своих футболистов, потому что из-за границы было бы так, в общем-то, выгодно сюда ехать. Все-таки надо признать, что в основном едут, конечно, играть. И чемпионат, говорят, хороший, как важный, но в целом для того, чтобы хорошо заработать. Вообще, это такой, знаете, один вот вопрос, он вообще тянет множество вопросов. И под эти вопросы все нужны ответы. Один вопрос цепляет другой. И понимаете, это вообще длинный разговор, и не разговор вот этой пресс-конференции. Это вообще серьезный разговор. Я думаю, что умы в РФС есть, управляют нашим футболом достаточно умные люди. Думаю, что они все это обдумывают, взвешивают и, наверное, думают о развитии футбола, и думаю, что
будет принимать правильные решения, а мы исполнителя, мы должны, в общем-то, сегодня 22 футболиста в заявке, значит, мы должны исполнять 22. 4 замены, значит, 4 замены. Регламент такой, мы должны поддерживать другие регламент. Но при этом свое мнение, безусловно, мы не должны прятать, мы должны его чем-то высказывать, это никого не должно оскорблять, а лишнее мнение, я думаю, может быть, как-то нужно людей ориентировать. Так что совершенно все нормально. Так что то, что касается сегодняшней игры, я уже сказал, ребят, я поблагодарил. И не за что себя упрекать. Юрий Фарзонович, а Константин Плиев сегодня не был включен в заявку, при чем причина? Он болеет, он проболел все сборы, и сейчас он вышел где-то в середине сбора и почувствовал какую-то, не знаю, проблему в голеностопе, и поэтому не был включен. Спасибо. Юрий Фарзонович, мы начинаем опять вот с таких серий домашних игр. На пользу нам это пойдет или опять нам потом играть на выезде? Да, сложно сказать, вы понимаете, вот сейчас там три команды выиграли на выезде, да? И это вообще какая разница, где ты начинаешь, как играешь, сколько берешь. Есть, в общем-то, некие, в общем, 20 игр, там 19 на выезде, 19 дома, да? И нам надо играть и там, и там. Как календарь лег, так и мы вообще начинали через первый, третий, пятый тур. Должен был. Следующая игра у нас выездная, но дома. Конечно, это хорошо. Быть на выезде, но играть дома. Никуда не передвигаться. Дома и стены кладут? Ну, чаще да. Мы и в прошлом году, вы помните, сколько мы на выезде не могли очка взять. Это была новая команда. А дома очки легче давались. И прошлогодний старт домашний во многом, в общем-то, помог нам прошлогодний, потому что болельщику казалось, что мы идем там около восьмерки там, или шестерки, а я говорил, 9 игр, когда дома и 3 на выезде, это несколько обманчиво, потому что все 3 игры на выезде мы в прошлом году проиграли. А если еще добавить 6 игр, которые мы могли простоять, то мы бы оказались внизу турнирной таблицы. Поэтому для меня турнирная таблица, она была, в общем-то, сегодняшнего дня, но я не видел ее объективной. Почему? Потому что надо выровнять за счет местных игр. Сегодня мы начинаем фактически 4 игры. Получается выездные, одна домашняя, да? Потому что она переставлена. Дальше мы едем 4, следующая игра выездная 4-2. То есть соотношение, в общем-то, и баланс совершенно нормальный. Совершенно нормальный, и даже больше скажу, мы поменялись там. Это 3 выездные игры у нас будут, да? 3 выездные игры будет, я считаю, это тоже нормально, потому что через каждые 4 дня игры и ехать на выезд, потом возвращаться аж до Астрахани, потом с Астрахани 2 перелета, а здесь мы до Москвы и сразу к месту, до Москвы и к месту. Я думаю, что даже в этом плане все очень неплохо, очень неплохо. Поэтому что я хочу просто всех и болельщиков вас поздравить с началом сезона, потому что очень опасно давать, знаете, на старте оценки, потому что память длинная, потом может быть неловко, да, за то, что были агрессивны или как-то не так комментировали, да, или нельзя, в общем-то, очень хвалить команду, когда она стартует хорошо, потому что это тоже опасно, нужно смотреть взвешенно, конечно, результат важен, но важно то, насколько команда, я уж всегда вам говорю, имеет лицо, содержание, насколько она амбициозна, да, это сложно вам знать, а я внутри это знаю хорошо и стараюсь болельщику это все доносить. И сегодня я совершенно за команду нашу спокоен, она, в общем-то, так стоит гораздо тверже на ногах, чем в прошлом году, и я думаю, что эта команда при большинстве футболистов, которые играли в прошлом году, они просто стали увереннее в себе и крепче. И, безусловно, тревог, каких были в прошлом году, нас, я уверен, не ожидает. Поэтому со стартом всех и удачи нам в дальнейших играх и побед. Хорошо.